начало смеяться, преодолевают повод сокращения и русской пехоты. Очереди пулеметов Максим. Мы наконец-то видим долгожданное движение. Оттаскивают назад. Постепенно мы видим, что... Он до сих пор в строю. Теперь на строю нашей реконструкции. Солдатам, как немцы, не удается противостоять мужеству и героизму советских воинов. ...техникой противника. И, к сожалению, наша 34-ка, героическая атака Красной Армии, встречает ожесточенный ружейно-пулеметный огонь со стороны вермахта. Алло. Сейчас мы рады предоставить слово участникам нынешнего военно-исторического фестиваля, который, надеюсь, не будет последним. 16-й пограничный. Пойдем, уходите.